Абдуллоев Парвизджон. Дорогие друзья, мои подписчики, родные, пришел вокзал, железнодорожный вокзал. Сегодня хочу вам показать. Здесь очень много автобусов. Заказные, незаказные, обычные, частные, нечастные. Сегодня хочу все вам показать. Все почти московские номера. Три семерка. Не знаю сегодня, что таксисты. О. Идем дальше, дорогие друзья. Люди вот пришли. Идем дальше, короче. Люди вот, видите, все чемоданами. Пойдем, заходим. Все, идем. Ма, достаточно лучше. Ты чё, ноутбук-то взяла? А чё его делать? Это, наверное. Вышли, где там таможня, можно сказать, что принимает. Вот. И пришли вот встречать друга. Ну, нам уже не есть. Не, не все. Извините, не скажете, встречаешься, где встречаешь? Ну, так если вы знаете платформу. Да, да, все знаю. Ну, вот заходите туда и смотрите, какая платформа. Встречаться можно здесь, да? Здесь встречаем, короче. Тихо, ты сюда идем. Не, я коса. Мухаммад, бат, халом, путэ, умбало. Такси, аля, такси. Эй, не известно. О, бат, надо, не, халом, путь, мэри. Ты уже мэр, а? Все равно. Я хочу, да, путь. Иди. Я же брынка. Я не понимаю. А он как забыл мне прийти. Что не вышел? Ва, обратно брынчу. Я бы хотел сразу отпечатать номером. Что на пятый путь. Спасибо за него. На пятый путь. От какой тарелки он идет? Там пробка. Вот, вот. Вот 056, видишь, отсюда. С какой стороны-то он идет? Вот чего он пробует. Вот оттуда сюда, наверное. Ну, если здесь на... Дорогие друзья, мы находимся в железнодорожный вокзал города Екатеринбурга. Выход к поезду через тоннель номер 1. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, вот поезд приехал. Смотрите, поезд Москва, Екатеринбург. Встречаем. Считаем вагон. Сейчас все встречаются. 79-й.
Ну, лахду, красно, он же, красно, конечно. Ай, для меня веселый. Песи шоферу дай. На место. Хуй знает, что 10 чута. Спасибо. Мира, 14 идем. 14 это вагон, да? 14. Надо мне раздеться. Ребенок маленький, с сынком. Прошу, прошу. Извините.